Захворванні сардэчна-сасудзістай сістэмы па-ранейшаму на вядучым месцы ў структуры смяротнасці беларусаў. Пры гэтым арытмія і ішэмічная хвароба лічацца асноўнымі прычынамі непрадказальнага сардэчнага прыступу, які можа прывесці да хуткага лятальнага зыходу. За год у гомельскім кардыяцэнтры праводзіцца больш як 3000 хірургічных аперацый, пятая частка з якіх звязана з паталагічнымі парушэннямі ў рытме галоўнага мышачнага органа чалавека. З дапамогай перадавых тэхналогій гомельскія кардыёлагі не толькі паспяхова выяўляюць ашагі, якія могуць прывесці да вострых змен у арганізме, але і радыкальна ўплываюць на іх. Валодаюць урачы гомельскага кардыёцэнтра нават методыкамі, якія дазваляюць за адну працэдуру вярнуць сэрцу пацыента стабільны рытм і частату. Это проблема, с которой на самом деле очень тяжело бороться. Почему? Потому что мы видим именно внезапную сердечную смерть как последний неблагоприятный эпизод. При нарушениях ритма сердца, который является основным механизмом развития внезапной сердечной смерти, у нас тоже хорошо поставлено оказание помощи. У нас имплантируется в достаточном количестве кардиостимуляторы при браде нарушениях ритма сердца. У нас имплантируются сложные устройства, такие как кардиоверты или дефибрилляторы, и ресинхронизирующие устройства. Па дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, па прычыне заўчаснай смерці ідуць жыцця больш людзей, чым сумарна ад інсульту, рака лёгкіх і грудзей, а таксама СНІДа. На сучасным этапе развіцця медыцыны ў арсенале беларускіх спецыялістаў ёсць усё для прафілактычнага папярэджання нечакана хуткай смерці. Мы, конечно, очень далеко продвинулись, но мы далекі ещё от совершенства. То есть сейчас мы можем говорить о том, что мы увеличили, например, выживаемость там с 3-5% случаев внезапной сердечной смерти до 10-15%. Но вы видите, какой запас еще у нас для совершенства. И, конечно, вся мировая, так сказать, общественность, научная общественность, медицинская общественность работает в этом направлении. Я очень рад, что так много вижу молодых людей. Тоже есть такая идея, чтобы в нашей Европейской ассоциации делать такие курсы по образованию для молодых врачей, которые начинают обучение. Я надеюсь, что будут практические курсы. И будет возможность приезжать здесь. И тоже хотели бы приглашать врачей из Гамла, из Беларуси, с другой стороны, потому что я знаю, что уровень работы врачей в Беларуси очень высокий. Удзельнікі двухдзённай канферэнцыі маюць намер абмяняцца думкамі на конт сучасных метадаў лячэння сардэчна-сасудзістых хвароб, азнаёміцца з магчымасцямі самых апошніх медыцынскіх распрацовак, абмяняцца вопытам узаемадзеяння з калегамі з медыцынскіх цэнтраў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, намеціць супрацоўніцтва ў рамках сумесных навукова-адукацыйных праграм. Наталія Ігнатенка, Настасія Кучынская, Валерый Гапанько. Тэлерадыёкампанія «Гомель».